14 марта 2018 года, 2 часа 27 минут. Футбол, Лига чемпионов. Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» со счетом 1-0-2-2 по сумме двух матчей похвалил своих подопечных за игру. «Рома» вышла в следующий этап за счет гола, забитого на чужом поле. «Ничего не могу сказать, мои ребята провели не самый лучший матч в карьере, но были близки к этому. Мы добились превосходного результата, я думаю, что мы праве гордиться нашим достижением», цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА, офсайд стоимостью в миллионы. Как «Шахтер» потерял Лигу чемпионов. «Шахтер» играл здорово, но все поменяла одна ошибка. Источник, официальный сайт УЕФА. Сообщить об ошибке, комментарии 14 марта 2018 года, 13 марта 2018 года.